я и нашла, что искала. Здравствуйте, уважаемые читатели, с вами снова я, Аня, и сегодняшний мой выпуск специально для любителей Поттерианы, прямиком из Министерства магии. Сегодня мне хотелось бы рассказать о новых книгах. Первая книга – это «Фантастические твари, где они обитают», оригинальный сценарий. Вторая книга – «Сказки Барда Бидля». И третья – «Квиддиш сквозь века». А теперь о каждой книге поподробнее. Но прежде чем я приступлю к обзору книг, хотелось бы вас порадовать. Сегодня у нас тоже конкурс для всех любителей Гарри Поттера. Сегодня у вас есть возможность выиграть книгу «Фантастические твари, где они обитают», оригинальный сценарий. Досмотрите ролик до конца, в конце я расскажу вам условия конкурса. Итак, оригинальный сценарий «Фантастические твари, где они обитают». Книга, написанная Джоан Роулинг, это одна из трех книг, написанная автором в благотворительных целях для своего благотворительного фонда «Люмос». В этой книге вы найдете историю мага Ньюта Саламандера, который только что закончил мировое путешествие, мировое турне по сбору самых необычных животных из мира магии. Также здесь необычное оформление, которое было создано графическими дизайнерами, которые оформляли фильм «Фантастические твари». Я считаю, что у всех любителей Гарри Поттера эта книга должна быть на полке. И следующая книга – это «Сказки Барда Бидля». Всем нам известны издания из седьмой книги о Гарри Поттере, ведь именно в этой книге мы впервые услышали об этих сказках. Сказка о трех братьях рассказала нам о дарах смерти. В этой книге вы сможете ее найти, и помимо нее есть еще четыре сказки, не менее увлекательных. Эта книга станет отличным украшением коллекции любого Поттеромана. И напоследок, если ты еще не знаешь, что такое снич, а что такое квоффл, как отличить загонщика от ловца и на какой метле лучше играть в квиддич, то вот эта книга специально для тебя. «Квиддиш сквозь века». Поговаривают, что Рон Уизли, Гермиона Грейнджер и даже Драко Малфой пользовались этим учебником. Итак, условия конкурса. Первое и основное условие – это быть подписанным на наш канал. Об остальных условиях вы сможете прочитать под нашим видео. Итоги конкурса мы определим 16 июня и узнаем, кто же стал победителем и обладателем книги «Фантастические твари, где они обитают», оригинальный сценарий. А это было все на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока!